Видите, пациенты из Московской области, которые находились на лечении в хирургических отделениях онкологического центра в 2015 году. Все хирургические отделения. Онкоурология 21%. Больше всего больных как раз в урологическом отделении. 21% из всех хирургических больных. Затем онкопроктология, онкогинекология, нейрохирургия, абдоминальная немного, торакальная тоже немного. Вот вы видите статистику по всем хирургическим специальностям. И если посмотреть, что касается нашего отделения, отделения урологии, то лидирующее место занимает рак предстательной железы, 37% больных, рак почки 32%, рак мочевого пузыря. Но это вообще соответствует и цифрам заболеваемости, я имею в виду пропорции. Если в абсолютном значении, то в среднем у нас выполняется в нашем отделении около 1500 операций в год. Соответственно, где-то 300 операций – это пациенты из Московской области. Из этих 300 операций, наверное, 270 – это большие операции.